Перед нами майнер InnoSilicon T2TH+. Он исполнен в корпусе как T3H. Вот, имеет такой же большой блок питания. Значит, наверное, начнем с блока питания. Такой же, как на T3H. Разъем питания отличается. И если вот T2T он был как обычный, компьютерный, то здесь используется как у вас майнеров разъем. Два кулера охлаждения и кнопка включения-выключения. Здесь у нас клеммы плюс-минус. Выходят два провода. Две. Это у нас получается... Вот этот разъем идет в контрольную плату, это управление блоком питания, а это штатное питание для контрольной платы 12 вольт. Вот. Имеет 4 вентилятора охлаждения. Плата исполнена в текстолите. Вот. Если T2T они использовали алюминиевые, как опять же вот с майнера, то здесь они используют текстолитовую плату. Вот. Вентиляторы отличаются разъемом. Два передних вентилятора, у них разъем 4 пина. Вот, а два вентилятора, которые на выдув, они, в принципе, тоже 4 пина, просто сам разъем 6-пиновый. То есть, в любом случае, и тот можно как-то вот перекидывать, и главное, чтобы провода не перепутались, красный, синий, желтый. Вот, также контрольная плата находится сверху. Вот здесь у нас разъем SD-карты для перепрошивки. IP-сет, чтобы настроить IP-адрес, вот. Разъем LAN, кнопка Reset, чтобы скинуть настройки, вот. Две лампочки Fault и Normal, красный Fault, зеленый Normal, вот. Далее три платы подключаются 14-пиновым шлейфом, коннектором, и питание тоже подается через толстые надежные клеммы. Вот, то есть в этом плане, опять же, не сгорает разъемы, как было до этого у других моделей. Контрольку можно подключить только три, получается, три платы. Раньше они использовали другие контрольки, и где можно было наблюдать количество разъемов для плат больше. То есть здесь уже вот конкретно доделанный продукт, доделанная контролька. По блоку, раньше они использовали маленький. Вот, но на T2TH+, который вот больше 30 терахэш, они начали ставить вот такие большие блоки питания, как на T3H и далее, до 50 терахэш. Они используют большие блоки питания. О надежности. Есть майнеры, партии майнеров, где они живут долго и не ломаются. Есть хостел, откуда приходят майнеры, у которых у всех сгорели только блок питания. Наверное, очень чувствителен к сети, перегрузкам. А сейчас мы можем разобрать плату, какая здесь у нас установлена. Вот. Имеет она вот такой вид. Нижние радиаторы охлаждения. Здесь 164 чипа. Клеммы минус-плюс. Здесь бустер. И обвязка в целом. Вот. С этой стороны один большой алюминиевый радиатор, который крепится на болты. А между чипом и радиатором у нас термопроводящая лента, вот, которую можно, в принципе, заменить и на термопасту. Вот. Здесь сидят просто чипы. Вот. В каждом домене по 4 чипа. Если открыть настройки майнера и вбить в адрес stat, это IP-адрес, потом stat, можно увидеть картинку чипов, где показана схема, ну, на таблице показана температура и вольтаж. И вот они как раз в таком ключе они и нарисованы. С одной стороны на один домен чуть-чуть больше. Вот. Так можно определить, какой чип греется или не работает. В целом плата без алюминиевого текстолита достаточно легкая. Вот. Основной вес придает только вот этот большой радиатор охлаждения. Давайте подключим наш майнер и проверим его потребление. Посмотрим на веб-интерфейс, как он запустится. Вот, подключаем LAN. Включаем наши розетки.
Все, и запускаем майнер. Потребление майнера мы сейчас не сможем увидеть. Он покажет, как выйдет на полную тарахэш, полную силу. Сможем посмотреть реальное потребление майнера. Сейчас же он потихоньку будет расти, пока майнер тюнится. Майнер у нас запустился, работает 6 минут, тюнинг прошел, все платы он проверил, выходит на свои штатные терахэш. Будет варьироваться первое время между 34-35, но со временем он должен подняться до 37-36.